Сегодня заехала первая часть зачисленных воспитанников 2005 года рождения в академию. Ребята прошли медицинское обследование, проверили их наши доктора. Они все заселились, все приехали в очень боевом настроении, все довольны, счастливы, можно так сказать, что наконец-таки сбылась их мечта, они попали в нашу академию. В первой неделе мы начнем тренировки, начнут они привыкать немножко к режиму к нашему, начнем готовиться к будущим нашим соревнованиям, у нас они уже скоро, начнем определять состав, который туда поедет, и будем работать.